Германия, 1919 год. Два дня подряд он приходил на могилу Франца. Может, это француз, с которым он дружил до войны? Добро пожаловать. Вы знали Франца? Да. Во Франции? Да. И вы все еще о нем думаете? Как я могу его забыть? Я рада, что он теперь здесь. А тебя это разве не радует? Радует. Но он ведь уедет. Давай попробуем задержать его у нас. Вы часто сюда приходите? Здесь Франц сделал мне предложение. Вы, наверное, много страдали. Единственная рана – это Франц. Дорогая Анна. Новый фильм Франсуа Озона. Мне необходимо вам сказать... Ты молодая и красива. Не упускай свой шанс. Мой сын очень ранимый. Не стоит бередить его душу. Но это не я беспокою вашего сына, а Франция. Что принесет правда? Еще больше страданий, еще больше слез. Что вы испытываете к этому молодому французу? Франц! Я больше не знаю.